Сейчас будет самодельный чарт 4. Вы просили, я и собрал. И вот оно. Да, немножко похоже на степ саунд. Ну, как бы я ее сделал? Вот. Пассивки. Ну, тот Дин. Я его еще нечаянно порвал, блядь. Да, немного. Но я потом его заменю, если он сгорит. Вот. Подставку сделал, как чарт 4, прям вот она вот так стоит. Вот, прям. Вот сегодня будет бас-тест. Конечно, она у меня не портативная, так как у меня нету усилителя, батареи, там, вот самой вот этой вот хрени. Ну и вот. Сама вот подставка от кассетного, ну вот типа... Как он, блин, называется? Ну, что кассеты, типа, защищает, коробка такая. Ну и вот, с другой стороны, здесь нет пассивки, я сделал такую вот штуку. Точнее, она была. Ну, как-то так. Так что вот, всем пока-пока. Вот, немножко пассивка, конечно, работает. Ну, на видео, если будет видно. Вот, видите, немножко. Немножко прям. Если резко нажимать. Ну так она работает, она вот флексит немного, вот прям вот так. Ну, немножко прям вот так вот флексит, и все. Ну, так что вот так. Всем пока-пока. С вами был я, Тошик. Всем удачи.